решили не пользоваться опять микрофоном, будем голосом, поэтому, пожалуйста, будьте потише. אנחנו לא נשתמש במיקרופון, אז תשתדלו להיות בשקט, כי נדבר בלי עזרים חיצוניים. Прежде чем мы начнем нашу церемонию, я хочу просто сказать, что вы помните, мы на Кубке поздравляли новых членов клуба, которые вступили в клуб. לפני שאנחנו נתחיל בטקס הפתיחה, אתם זוכרים שבסגירת גביע המועדון אנחנו בירכנו חברים חדשים שהצטרפו למועדון. Вот. Пришло время вручить им членские билеты и все причиндалы, которые предполагаются членам клуба. Кроме тех ребят, которые присоединились вот буквально недавно, у нас еще есть пару человек, которые присоединились давно, но только сейчас мы можем вручить им членские билеты. Поэтому я... חוץ מהחבר'ה שהצטרפו ממש עכשיו, יש כל מיני חבר'ה שאמורים לקבל את זה כבר מזמן, וכרגע אנחנו כנראה נעניק להם את התעודות שלנו. Я попрошу на сцену Влада Котлика, Лёшу Махлина, Амир Абузед и Сари Абузед. Олег Башкуров здесь? Он уехал. Он уехал, да? Где Хабрай Молодон Ахадашин? Хелек мем Кварло Хадашин, а вам? Я, Алла, ты хайху. Я пенья сфигал. Хорошо, где Мадбекот? Хитсуниот в Нимиот. בנה, איך אני לא קיבלתי אף פעם כזה? תבוא אליי. ויגס כלום, אז אל תהיה כלום. דני פסאי, אז גניאס. בורה ויגס מורה. אוי, ולד, כאילו שעשית משהו. שיחת לוחם. צ'ופה צ'ופס. זה סיכת טירונות, מסע, כן? כאילו... מי שמסיים שלוש שנים מקבל גם כמותה. באיזה צבע, רומא? או, טלית. רק שתדעו, לכל מי שזה לא... זה נכון שזה דגלים וזה נראה זה. אבל זה דגלים מוכרים מאוד ברחבי העולם, זה הדגלים שהנבחרת משתמשת בזה, וזה הדגלים שהחברי המועדון משתמשים בתחרויות בחו"ל. יאללה! Сейчас мы перейдем уже наконец-то к церемонии закрытия нашего турнира. И перед тем, как мы начнем церемонию, я хочу вызвать на сцену судей. Повар уже дома поварит. Он уже на работе. Сейчас скажет. Молдаване есть?
Квуцат НК. Карпуша. Карпуша? Есть. Пожалуйста, на сцену. Полепо. Они скажут. Все в курсе, что произошло у нас в судейском лагере, начало соревнований. Хотим сказать огромное-огромное спасибо команде, которая предоставила, спасла нас, как говорится, от катастрофы и позволила провести соревнования. Но, поэтому от судейского лагеря, от спонсора мы дарим им приз. Маленький. Подождите секунду, Куфрона переведет. עקב ההצפה הכבדה שהייתה במחנה של השופטים, הייתה הקבוצה הזאת נרתמה לעזרתם ועזרה להם להעביר את כל הציוד ועזרה להם להעביר את כל הציוד ברכב שלהם ובעגלה, אז השופטים רוצים להגיד להם תודה רבה מיוחדת ומעניקים להם. Ребята, огромное вам спасибо. Ну все, отпадаем. Следующим я хочу сказать свое огромное спасибо спонсорам данного турнира. Это компания Nika Byte и компания Alpan. Мы хотим благодарить, конечно, латорим, лакуим שלנו, שזה קבוצת Nika Byte וחנות Alpan. Естественно, опять же, огромное спасибо Игуда Рейкинерет и Муацай Зюрит, которые помогают нам в организации соревнований на берегах Кенерет. Значит, мы тогда переходим к номинации Big Fish. אנחנו מדלגים על החלק של ההקראה של כל הקבוצות וזה, אנחנו נעבור ישר להקראה של אלה שזכו בפרסים ויש לנו, אני מבין, 7 כאלה, שזה אומר ביג פיש, 3 מקומות בזון ומקום 3, 2 ו-1 נכון, פריים נס 3 פירווח מסטה, 3 מסטה בזונח וביג פיש Итак, самым крупным карпом этого турнира стала рыба весом 6 кг 675 грамм, которую поймала команда Royal Carp. Big fish! Там зона. Уверен, нам комод решением без зон. Начнем по алфавиту. Первое место в зоне A. Пляжки Нар, 6 сектор, Jetstream. Очень приятно, царь. Что-то вы все как-то сутулистые какие-то поднялись. Дети, прямая трансляция. Это не онлайн-трансляция, вырежем потом. Мы вас потом вырежем. Меня уже вырезали 8 дней. Вырезали жизнь. Тёма, будет приезжать чаще? А нельзя так?
Не приехал первое, да? Еще двое суток, и мы бы все вырвали. Чуть-чуть не хватило. Двое суток. Всего. Мы хотели утром позвонить, спросить, нельзя продлить еще? Это все погода. Так предлагали же остаться и уже дальше идти. Это как Карцев после футбола. Это в палатке. У всех. Все, слезай. Спасибо. Это максимум, что есть. Молодцы, молодцы. 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 Нужно еще меньше. Первое место в зоне Б. Пляж Голан, 9 сектор, Бобры. Усад Бобры! Вы постарше ходили по росту? По росту. По обстоятельствам. У кого больше минус? Бобер просто бывалый, он может третий. Я на попер. Весы не свежие. Грамоты больше? А, стоп! Зона, блин, Миша. Миша. А я говорю. То ты молодец. Молодец. Я чувствую в левой руке. Прикладка чего-то, да? Это ты. Давай, готовься. За грамоту. Royal Card. И, наконец-то, зона С. На каком очереди зон С? Пляж Синбери, 25-й сектор. Gold Carp IL Team. Потерять. Но мы это не будем так сделать. Возьмите ему медаль. Да. Фото. Улыбнитесь. Сейчас секунду. Улыбнитесь еще раз. Продолжайте улыбаться. Не останавливайтесь. Молодцы, молодцы. Ну и переходим к местам основным, в основном зачете. Третье место с общим весом 81 кг 200 грамм, 43 рыбы. Пляж Халуким, 15 сектор, Биг Карп. Биг Карп, на ком следит? Можете перевернуть дипломы для фотки, ага? Компилов. О, да, диплом можешь развернуть, ага? Вот это первое место получается. И куша это Зигфиш. Thank you.
Не, давай, это не идет. Скажите, кто здесь? Все свое собой. Да, может, и два раза. Второе место. Маком Шени. Пляж Хукок. Второй сектор. Общий вес 106 килограмм, 150 грамм, 45. Рыб, команда, студенты. Давай подержу. На синенького. Деньги в кармане. Молодцы. Ну, вы хоть улыбнулись. Сил нет. Ну и первое место. На кого еще? Пляж Кинар, сектор номер 7. Общий вес рыбы 134 килограмма. 57 рыбов, команда Royal Car. Royal Car! אבל תעלו עם חיוך, לא בבאסה, עם חיוך. אחר כך יהיה תמונה עם ה... לא, לא, חבר'ה, אתם לא תחזיקו מעמד. אתה יודע כמה זה שוקל? אל תדאג. שימו את הגביעים על הרצפה ותיקחו את הגביעים. Не закрывайте их. לחייך! מה זה שם על המפה? עכשיו אנחנו נבקש, קודם כל אני אבקש את כל הזוכים שיעלו לבמה לעשות תמונה אחת. מקום ראשון ושני, תעלו בבקשה לבמה. Да, пожалуйста, все, кто получил места. А потом мы делаем общую снимку. Ну, из зоны тоже, да. Все, кто получил призы. Гамма-зона? Гамма-зон. כל מי שזכה באיזשהו גביע, תעלו בבקשה על הבמה. לעשות צילום. אבל. תקלו לשם, 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 בדיוק. לשם. Сашка, у тебя всегда фотографии закрытые глаза. Улыбайся. Рот открой, глаза улыбайся. Так они кола змара, ты мы. Лахтох это? רגע. כולם לעלות על הבמה? כן, כולם. בואו תעשו כולם, יאללה, מהו. כן, במקום ראשון, שני, שלישי, תשבו על הקצה של הספר. בדיוק, תתקרבו לקצה, תשבו יותר בקצה. כולכם מוזמנים לעלות על הבמה. תראו. Давай, 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 давай,
Только прыгнули.